Здравствуйте, меня зовут Еремин Валерий. Хочу представить вашему вниманию достаточно редкий электропроигрыватель, тангенциальный, электроника B104. Полный комплект, паспорт, инструкции по ремонту, весы для установки силы прижима иглы. Посмотрим, как работает. Автоматическое определение формата пластинки. В Тонарме присутствуют две системы слежения. Первая определяет наличие или отсутствие пластинки на диске. Вторая система, мы ее не видим, она спрятана внутри, определяет угол поворота тонарма для того, чтобы задать линейную скорость перемещения каретки. Есть микролифт, функция микроперемещения, ускоренное перемещение, автоматическая, сверхповышенная скорость перемещения. Автостоп и автоматический возврат тонарма.